А можно его скинуть вообще отсюда, походу, не? Чтобы там подняться. А зачем? Такое реально? Ну, чтобы, типа, не подниматься каждый раз. Ой, простите, вы этого не слышали. Планета, на которой хочется срать. Проклятая. А это не поможет, по-моему. Чего не поможет? О, давай не будем им говорить, что там Бабадук. Так уже сказал. Кто сказал? Я ничего не говорил. Что за Бабадук? Никого там не было. На площади Тяньаньмэнь. Да, никого не было. Так, ну они тут все собрали. Тут только вот на лампу спрыгивает за Биг Болтон. Будешь пытаться? Смотри, помолись за меня. Кто там? Это не кто-то из нас. Блядь! Бежим! А вы заметили, что Наив закричал: «А, блядь, что здесь?» и пропал нахуй, тебе не мать. Да? Я заметил. Я нет. Блядь, мне это нихуя не нравится. Так вот он. Вот он. Наив? Где? Наив, это ты? Да я не Наив. Да где? Он молчит. Да он придуряется. Дайте ему лопатой по голове. Он выебывает. Как спускаться-то отсюда, чтобы жопу не сломать? Никак? Да. Чё это за хуйня? Я не понимаю. Иди, этот червь, тут надо бегом идти. Его, это, Наива, он... А я услышал. Тут что, пчелы? Тихо, тихо. Да, тут два улья, сейчас взлетаем, я их собираю. Погоди, погоди, мы реально взлетаем. А, так. Раз. Хватай его. Офигеть ты. Руплы. А что делать? А мы отсюда пришли, да? Вот сюда еще может тут дверь. Вон. Все, летим продаваться. Летим сдаваться, да. Ну правда, очень красиво. Счастливая какая! Бля, пацаны, говорите своим девчонкам, что они красивые. Ну вот. Но лучше девчонок не заводите, чтобы у вас хотя бы деньги были. Девчонок. Подожди, ты куда? Не уходи. В смысле пошел нахуй? Че, Джесс, говоришь своим девчонкам? Ты куда? Обязательно, естественно. Такое нельзя говорить. Твою мать! Все, вот ты бодибилдер теперь. Я бодибилдер теперь. Пятняшка. Твою мать. Я в болоте утонула. В каком болоте? Там болото есть, прикинь. Вообще в болоте утонула. Я думал, я лох. Нифига он дверь выносит. Капец, не понимаю. Их две. Он без них. Там еще саранча была. Это вторая, блядь. Блядь, ну тут уже бежать надо, уже садиться в фургон. Кто это? Блядь, садись ты уже, блядь, на входе. Давай, сука, ну хули ты кружишься? Да просто запрыгивай, не заболот! Да иди нахуй, дура ебаная, ебе! Улетай! Вот так вот. Абсолютно. Блин. Я дорвался, я порвал связку на руку. Не ходи никуда, улетай!
Кто это сказал? Тут Горгонзола, подождите, куда вы идете? Куда? Я никуда. Фермерная я здесь. О, это дурень! Вот ты жопа! А здесь сука! А я в натуре поверил, что это турель! Кто умрет, тот лох, кстати. Согласен. Там у нас что, кружка? Тупик. Кто? Блять, я испугался Инстаграм. Точка Инстаграм. Амлет фонарика. Чё? А кто там? Амлет фонарика? Это где, блять? Кто? Кто дышал? Не смей дышать. Что? Там хрень. Здоровенная. Такая хрень, блядь. Тут турель. Тут турель. А там хренотень за нами идет. Может ее как-то сагрить? Бездуй! Иди нахуй! Я съебался! Мама! Да почему на нее турель-то не действует? Мать честная. А, привет, дядя. Я где? Куда идти-то? Мне фонарика нет. Блин, тупик. Где-то мина. Я буха, буха, буха. Я еще не умерла, я не умерла, я не умерла! Ты умерла? Умерла! Смотрите, он тебя захавал за голову. Козёл! Пошёл нахуй! Ты чё, Камая? Пойдём. После сталкера, кстати, вообще не страшно. Подожди, дай я тут попробую подобрать. Пополам ломал. Просто вот, чтобы все в курсе. Сюда, 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 собрание. Итак, внимание. Джессард, заходя в здание, сказал, кто первый умрет, тот лох. Знаете, кто умер первый? Лох! Пиздец! И вы ему верите еще, да, после этого всего? Собачки! Ты жив? Да. Ну тут самбари. Наив, ты прям. Он не понял. Джесс! Я не знаю, где корабль. Как он так пришел на корабль? Ой! Она испугала? Я обосралась! Джесс! Она обосралась! Черт! Я нашла три ключа. Ты перегрелась. Ой, подождите, я соплю на нос намазал. Отойди, у тебя сейчас взорвет. А я-то чё? А, ну, мне в инвентаре было, да, всё? Меня! Сосать, сука. Стой, смотри на него. Да там гондон. Он сейчас дверь, наверное, я знаю, но надо как-то вот так сейчас. Ты смотришь на него? Я ухожу. Я смотрю. Блядь, ты слышал? Охренеть. В очку выстрелили. Ой! Чё? Чё нахрен? Да, ситуация, конечно. Привет! Привет! Тебя к телефону, кстати. Ну еще мы опять начинаем. Давайте так, она голову вытаскивает, и типа мы тогда уходим. Кто не успел уйти, тот лох. Давай, согласен.
Да пусть встаньте на нее. Нихуя себе ты придумал. Зюхи. Кость, Тут реальный экстрим. Ебать, Зюха. Привет. О, привет, панда. О, здорово. Мне позвонили, я вышел просто. Мне позвонили. Я не забдел. Я не испугался. Я мощный. Короче, стой здесь, смотри. Прыгай. Это Пендрус, блядь. Бля, подожди. Где ты? Кирилл, блядь, подожди. Где ты сейчас звезды получишь? Блядь. Отсосать. Ну, первый-то удар хороший был, второй лучший. Да, спускайся. Спускаюсь. Человек убило? Не, все живы, здоровы. Жаль. Ой, как темно. О, вообще капец. И фонарика нет. Я вообще ничего не вижу. Я предлагаю прыгать. Это хорошее решение. Да, вниз. Я думала, может, я попаду. Чмо ебаное. Я хочу улететь. Твой, что ли? Мне кажется. Ну не, мы сейчас с этой хуйней его не заберем, мы проебем все. Нихуя он оглядывается, такой прикольный. Не понял, а чё? Там как будто где-то второй есть. Их двое, блядь! Я и говорю, да! Чё они не улетают? Давай, взлетай! Ship leaving in one hour. А я полетел, панда, ты где? Давай. Алло, чушка. Не поймаешь нихуя. Ну, он этого и хотел, очевидно. Поздравляю, ты добился своего. Он буквально мимо проходил, нахуй цепанул тебя ногтем. Я думал, не поймаю. Ебать, там его брат старший был. Сука, я допизделся. Наив.